Здравствуйте, дорогие наши любимые зрители! Христос воскресе! Ну вот мы все-таки выбрались на этой неделе пообщаться с вами, несмотря на всю нашу занятость и загруженность всякими делами. И сегодня мы хотим говорить с вами о воскресении Христовом, потому что вот последние два воскресения, предыдущее воскресенье в православной нашей традиции апостола Фомы и это воскресение святых жен Мироносец как раз снова и снова говорит с нами о воскресении Господа через евангельские воспоминания о его учениках и ученицах. И вот нам показалось интересным на эту тему сегодня с вами пообщаться. Да, разобраться вообще, что такое воскресение, почему Пасха это и пасхальные дни – это самые важные дни в нашем православном календаре, и почему также вера воскресшего Бога человека, воскресшего Мессии, настолько это существенно, настолько это важно. Ну да, потому что очень многие люди, не христиане, да, делают большой акцент, уделяют много внимания тому, чему учил Христос. То есть их очень привлекает учение Христа, притчи, которые рассказывал Иисус, ну, конечно, чудеса, которые он творил, да, все это очень увлекательно, интересно. Кто-то видит в нем великого философа, кто-то видит в нем потрясающего раввина, даже святого человека, да, того времени. А вот момент воскресения Христова для многих служит камнем преткновения. Немало людей я встречала в своей жизни, которые, ты знаешь, вот читали Евангелие, и даже мне говорили, это великолепный образец древней, там, не знаю, литературы, да, и говорили, что Иисус, конечно, это потрясающий литературный образ, там, да, или говорили, ну, может быть, он даже жил когда-то, все, но вот воскресение, ты знаешь, нет, ну, это, конечно, ученики придумали, он не воскрес. А этот главное, момент, что правда? Это, да, самое, что есть, глупый, псевдоинтеллектуальный, я бы сказал, даже псевдонаучный подход, который очень распространен в израильских вузах, когда дают курсы о раннем христианстве или о Евангелии. Что они обычно объясняют? Они объясняют, что ученики Христовы были настолько шокированы от ареста и смерти их ученика, учителя, да, простите, учителя, чтобы им потом мерещилось, что он на самом деле не умер, а что он жив. Но это бред. То есть, если даже я посмотрю на свои собственные встречи со смертью любимых людей, в том числе и смерть моего отца, когда мне было 18 лет, смерть близких, вот смерть Анины родителей, или даже если я представлю, что какой-то очень учитель, который для меня значил очень много в своей жизни, если бы он умер, а зачем мне потом мерещиться, что он жив, как бы, то есть это беспрецедентно. Ведь ученики Мухаммеда, пророка, да, исламского, им не мерещилось, что он живет, да? Ученики Будды, не было у них такого, то есть никогда не было такого. И если вы открываете Евангелие, даже там рассказы о его рождении, его проповеди, это все поражено вот этой уверенностью, что он воскрес. Потому что все Евангелия, они описаны после того, когда апостолы испытывали вот эту вот жизнь служением во плоти Иисуса Христа и его потом арест, когда они все разбежались. Опять, почему они все разбежались? Потому что они его воскресшим не увидели. Хоть Иисус сам говорил им, что он воскреснет, и об этом в Библии было написано, но они не верили, пока они не увидели. А как мы знаем, что они это увидели? Мы читаем Евангелие опять, да? Ну, конечно, можно и не читать, можно все отрицать, я понимаю, но я даже просто чисто научно, как бы, почему этот текст, Новый Завет, явился вот так вдруг из ниоткуда, и во всех четырех Евангелиях, хоть они очень разные, вот они одинаковые, не в том, что там где-то одно чудо, там бесноватый Господь исцелил одного, там он двое, там есть какие-то расхождения, да? Но в ощущении, что вот наш учитель, Мессия, Бог-человек, победивший смерть,
Это во всех Евангелиях есть. И в послании апостола Павла. А вот начало этого всего, как, может быть, Анна будет лучше об этом говорить, это как раз в то глубокой ночи или раннее утро, когда жен мироносцы, которые как раз верили этим словам, может быть, потому что они были более доверчивы, может быть, потому что женщины более как-то эмоциональные, но они поверили, они шли, и они первые, которые сподобились увидеть воскресшего Христа. Дорогие наши друзья, я хочу пригласить всех вас в виртуальный клуб «Утренний кофе». «Утренний кофе» — это встречи в прямом эфире, которые проходят два раза в неделю. Веду эти встречи я. И говорим мы на «Утреннем кофе» на самые-самые, что ни на есть, нужные, порой непростые темы, но говорим очень открыто, искренне обсуждаем эти темы, делимся своим опытом и очень часто находим ответы на самые, что ни на есть, важные и трудные вопросы. В принципе, «Утренний кофе» можно смотреть и в записи, но я, конечно, приглашаю всех участвовать в прямых эфирах. Как подписаться на «Утренний кофе»? Сколько это стоит? Подписка очень дешевая, это всего лишь 600 рублей в месяц или 5,5 фунтов. Еще раз, встречи проходят два раза в неделю, чаще всего по средам и пятницам. И да, можно смотреть в записи. Как подписаться? Под каждым видео на нашем YouTube-канале есть кнопочка «Join» или «Спонсорство». Нужно ее нажать, и там вам будет предложена подписка и способ оплаты. Или же можно перейти на наш сайт topostours.ru. Вот ссылочка сейчас внизу. На экране вам видна, также она есть в описании к этому видео. И там прямо на главной странице есть подписка на «Утренний кофе» и «Утренний кофе плюс». А «Утренний кофе плюс» включает в себя еще и видеоблог «Мы в Ирландии», где мы с Рафаилом показываем все места, где бываем здесь, рассказываем об Ирландии. Естественно, что делимся своими впечатлениями, своим опытом, своими открытиями. Вот это как тоже еще один вариант общения с нами и участия в наших путешествиях, которые жизнь нам предлагает. Всем будем очень рады. До встречи и присоединяйтесь. Да, здесь вообще история очень похожа на волхвов и пастухов, да, когда волхвы пришли через опытное знание, через ум, а пастухи пришли через веру. Вот точно так же и воскресение Христа апостолы уверились только когда увидели пустой гроб, да, апостолы Петр и Иоанн, но прибежали они ко гробу со слов женщин, а женщины, думается, верили в воскресение и каким-то образом ожидали, предчувствовали его, и поэтому они пошли. Не думается, что они пошли только лишь для того, чтобы оплакать и рыдать над его телом. Хотя, конечно же, этот момент в Евангелии обозначен, но точно на самом деле их мотивы мы не знаем. У меня всегда есть ощущение, что они шли с тайной надеждой на это чудо. Ну, более именно того, поэтому они так рано утром побежали, поскорее. Они не стали ждать восхода солнца для того, чтобы поплакать над телом учителя. Можно было прийти и попозже. Это верно, но если мы опять смотрим на Евангелие от Иоанна, 11 глава, где речь идет о воскрешении Лазаря. Помнишь, Анна, что почему мы решили нашу старшую дочь назвать Марта, то есть в честь Марфа? Беседа Господа нашего Иисуса Христа с Марфой — это самое, как бы, вот откровение о том, что Христос — это и есть тот Бог и Мессия, который побеждает смерть. Помните, он говорит: «Веришь ли сему, то есть, что есть воскрешение из мертвых?» Она, Марфа, отвечает: «Верю, что воскреснет, то есть, брат, то есть, Господь говорит, воскреснет брат твой, то есть, Лазарь. Веришь ли сему?» Она говорит: «Знаю, что воскреснет воскрешение последний день». Тогда Господь сам напрямую говорит ей: «Аз есть воскрешение и жизнь. Кто верит в меня, даже если он умрет, он оживет. Веришь ли сему?» Она говорит: «Верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир». То есть получается, все-таки женщинам, может быть и другим, но мы не знаем из Евангелия, но Марфа, ей было вот раскрыто особое учение о воскрешении Христова. Также, конечно, апостол преобразился перед своих учеников, показал им свой... Христос преобразился на фаворе, и именно это было, чтобы они убедились в том, что он Бог, и что он, конечно, умереть не может, но, как мы знаем,
в момент испытания они не удержались. Ну, на самом деле, если вернуться к воскресению, действительно, в чем же смысл вообще благой вести евангельской, если не стоит за ней воскресение? Ведь какое может быть обетование Царствия Небесного, если в мире правит всем смерть, а после смерти небытие, да, ничего, или, как мы знаем, мрак, тьма, в которой находились даже души праведных до воскресения? Получается, что никакая проповедь, никакие чудеса, никакие притчи ничего не могут изменить, они не будут иметь никакой реальной силы и значения в нашей жизни, если нет воскресения, если нет возможности воскресения. Ну, а вот если говорить про женщин и мужчин в данном случае, ну, на самом деле, если мы посмотрим внимательно, то, в общем-то, в Библии, особенно в Ветхом Завете, в ранний период, там, период Авраама, в еврейском обществе женщины имели довольно много прав. Я не сторонник думать того, что Христос прямо там, я не знаю, боролся за права женщин, и что он был феминистом, и что он там высвободил женщин из рабства закона. Нет, скорее другое. Христос призвал женщин к изучению закона, к активному, более активному и осмысленному участию, скажем так, в религиозной жизни. И почему именно женщинам что-то открылось чуть-чуть, может быть, раньше, чем мужчинам в евангельской истории, да, вот слова Марфы удивительные, и то, что жены мироносицы именно оказались женщинами первыми у гроба. Наверное, от того, что мы матери, и наша любовь к нашим детям, наше сердце, оно настолько страдает и тяготится вот этой возможностью смерти, что, наверное, Господь по своей любви к нам, нам первым и дал вот это мое мнение, дал вот это благовестие о том, что смерти больше нет. И вот это огромное утешение. Да, мужчины более безразличны, мне кажется, к смерти. Опять есть исключения, но это, ну, может быть, связано с тем, что мужчины как бы тоже, вот, они не носят 9 месяцев детей, и что исторически, ну, были женщины-воины тоже, но, в принципе, это считается и всегда было более такое мужское дело, и как-то, ну, такое безразличие, я думаю, к смерти. Ну, более мужественное отношение к смерти, да, бесспорно, более стоическое, более мужественное. Но, тем не менее, я считаю, что, да, неделя жен мироносец, воскресенье жен мироносец, это также и воскресенье, где мы упоминаем Никодима и Иосифа, которые среди ученики Христовы не побоялись, и вообще-то гроб был гроб Иосифа Аримафейского, гроб Господень, то есть, да, это пещера, где был похоронен Христос, и они не побоялись попросить разрешения вот, похоронить своего учителя, поэтому тоже это не забываем. Но мне кажется, что самое главное, что Христос тоже избавил и мужчин, и женщин от ограничений, которые связаны с их различными биологическими функциями. То есть сейчас человечество тоже пытается освободиться, и даже молодежь чувствует, что в чем-то быть женщиной или быть мужчиной, это как-то ограничивает наша свобода. Но пытается это преодолеть как? Механически, или через науку, или через фантазию, или через технологии. То есть то, что все связано сейчас с ЛГБТ, и как бы трансы, и как это, non-binary, как они это все это называют, это, в принципе, попытка к свободе, только это очень искусственная попытка. И мне кажется, что нам, христианам, очень важно понять, откуда это желание избавиться от своего земного облика, то есть это в чем-то даже похоже на стремление монахов, только это сделано не вверх, а в сторону низ, понимаете? Но когда мы это поймем, мы тогда поймем, как бы в чем мы, как христиане, можем диалог вести, как бы с этими плохими тенденциями. Да, это очень важно, потому что наши дети с вами, они живут вот в этом мире,
Неважно, на самом деле, живете ли вы в России, в Украине, или в Европе, или в Америке, какие-то страны больше заражены вот этими новыми идеями о бесполом мире, да, gender-free, как бы, society, какие-то меньше, но эти тенденции, они все равно просачиваются, дети все равно о них знают, как бы мы их ни ограждали, и как бы система, не знаю, образовательная не была идеальной или не идеальной, все равно это все есть. Все будет расти больше и больше, и возврат к какому-то средневековому какой-то мужчины, они должны быть такие, женщины, они должны быть такие, это не поможет. Тем более, что Христос освободил нас, и женщин, и мужчин от этого вот проклятия, как вот, которое было у Адама и Евы, да, вот, что мужчина должен трудиться, пахать, работать, женщина должна детей рожать, как бы Господь освободил нас от этого. В чем это означает? Что мы должны отказаться от этого? Нет. Но это означает, что если ты христианин, на самом деле это уже не важно, мужчина ты ли это, или женщина, или как бы, то есть... Для Царства Небесного, мне кажется, это, в принципе, вопрос, я бы сказал, второстепенный. Ну, Господь открыл другую реальность нашего бытия. Духовную, светлую. Духовную реальность нашего бытия, в которой действительно, как он говорил, помните, после воскресения мертвых не женится и не выходит замуж, но суть как ангелы пребывают люди, да? Но на самом деле, между тем, Господь и не упразднил пол человека и... взаимоотношения полов. Поэтому мне хочется чуть-чуть сказать о женах-мироносицах в том плане, что я, честно вам скажу, я не люблю, что этот день называют Международный женский день всех женщин-христианок. Не нравится. Почему? Потому что этот день так же важен для мужчин, как для женщин, абсолютно. Но с другой стороны, определенный урок, который женщины могут вынести из этого дня, определенное вдохновение почерпнуть – из образа жен-мироносиц, конечно, можно и нужно. Если мы подумаем, какую функцию выполняли женщины, да, в общине, вот той первой апостольской общине, ну, конечно же, они прежде всего служили и апостолам, и Христу. Думается, что на них лежали все обязанности по приготовлению и покупке еды. Они чинили, вероятно, одежду Спасителю и апостолам. Они, конечно же, ухаживали за всеми теми людьми, которые приходили ко Христу. Финансово тоже поддерживали. Да, что интересно, они поддерживали финансово. Это, кстати, нам тоже приоткрывает такое окошечко. Мы видим, что женщины во времена Христа в иудейском обществе, еврейском, они не были бесправными рабынями, абсолютно нет, конечно. Женщины с алабастром тоже довольно богатые. Они имели доступ к своим финансам, они имели свои собственные деньги. Они могли, например, путешествовать независимо. Как мы знаем, Матерь Божия отправляется к Елизавете в гости без сопровождения Иосифа, да, обручника. Женщины, в принципе, принимали участие и в богослужениях в храме. Они присутствовали, я имею в виду, да, на богослужениях в Иерусалимском храме. Как мы знаем из Евангелия, они могли обращаться за помощью к врачам и даже могли тратить свои средства на это. То есть, в принципе, они были достаточно... свободной такой частью общества. Но одного они были лишены. Женщины никогда не могли учиться закону. То есть, если у Христа вот были ученики, да, у него была своя школа, он был раввином в земной жизни, да, Господь, то, что у него были не только ученики-мужчины, но и ученицы-женщины, это было в какой-то степени действительно революцией, потому что, да, этого не было. А почему Христос это делает? Ну, не для того же, чтобы просто шокировать бедных фарисеев и саддукеев. Нет, конечно. А потому что Господь хочет показать единство, вернее, равенство мужчины и женщины как сотворенных Богом, как предназначенных для жизни в другой реальности, духовной, где действительно различие полов не играет такую большую роль. И поэтому здесь, на земле, хотя у женщин есть своя работа, у мужчин есть свои обязанности, но, тем не менее, там, в вечности, они будут действительно равны. И вот это равенство полов, равенство духовных требований. Например, в иудаизме с женщин до сих пор ведь спрашивается гораздо меньше, чем с мужчин, да? В христианстве нет различия, что, например, мужчина обязан ходить в храм по воскресеньям, ну, а женщина может в это время мыть посуду и готовить праздничный завтрак. У нас нет такого. В иудаизме, да. В субботу женщина может оставаться дома, она не обязана ходить в синагогу. То есть она может ходить в синагогу, но она не обязана. В христианстве же Господь как бы ставит одинаковую планку, духовную планку мужчинам и женщинам. Но, однако,
место служения может быть все же разным. Например, у нас в православии не случайно все-таки не принято рукоположение женщин. Не потому, что женщина духовно не может быть на уровне священника. Может. Но просто у них есть разные области, сферы влияния, разные места, на которые... Более важные, я бы сказал. Господь, ты думаешь, мы более важные? Смотрите, все, что как бы вот храм, да, вот состоит из... Вот, то есть все, что за иконостасом, и то, что... Но оба части, без них как бы... Служба не может существовать. То есть за то, что в алтаре отвечает батюшка, за то, что по эту сторону иконостаса отвечают женщины. Ну, это не всегда так, но это часто так бывает, как бы, вот, особенно последние 200 лет в России, допустим. У греков не всегда, у греков часто на клиросе стоят мужчины и так далее, но все-таки в русской традиции последние 200 лет, я бы сказал, что женщины, без них, как бы, большинство... священников бы не справились бы. Ну да, взять любой приход, даже если это не монастырь, конечно, то женщины все-таки будут убирать храм, они будут заниматься иконами, лампадами, подсвечниками, они будут даже заниматься трапезой. Даже в мужских монастырях в России я видел, что есть женщины, где-то стоят там за лавкой или где-то еще, или готовят, или всегда. Это выглядит в иерархии, что это более важно, а мы не Господь Бог. Мы не знаем, что более важно, что менее важно. То есть, да, вот... Ну да, то есть, иными словами, у одних получается лучше одно, а у других лучше другое. И вот... Разные функции. Разные функции. И вот в этом красота... В нашей земной жизни кажется иногда, что быть там важнее, чем быть там. Но в Царстве Небесное... И это наше устремление, да, вот Пасха, двери райские нам отверзающие, да. Господь открыл нам новый закон. Мы не живем в Ветхом Завете. Мы не живем, когда это чисто, это не чисто. Это женщина, это плохо, это мужчина, это святое. У нас этого нет. То есть мы в чем-то до сих пор живем под этим условием, то есть закона, естественно. Поэтому мы и не рукополагаем женщины, да. Но если мы смотрим на... райское состояние, как бы, конечно, нету разницы никакого между мирянином и как бы женщиной, и как бы вот священником, и епископом, и так далее. Иерархия сейчас существует, ну, опять, потому что мы живем на земле пока еще, мы еще не в небесном Иерусалиме, но вот этот образ небесного Иерусалима, образ вот этого абсолютной любовь, и это то, к чему мы должны и стремиться, даже живя в этой жизни. Все-таки у Богородицы тоже формально, у нее никакие функции как бы в ранней церкви, как бы официальных, не было. Как бы, да, и о ней вообще мало сказано в Евангелии. Хоть она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения с Серафим и выше всякой тварь. Да, вот. Кстати, интересно, что святитель Григорий Палама в одной из своих проповедей пишет, что, конечно же, первым человеком, который видел воскресение Христово, это была Матерь Божия, потому что она просто не уходила никуда от гроба, оставалась ночью в этом саду у этой пещеры, да, это церковное предание, что по воскресении Христос первый явился Марии Магдалине, но видела воскресение, конечно, Матерь Божия. И да, вот образ Богородицы, образ жен мироносец, вот это смиренное служение, радость от того, что ты помощница. Да, ведь Бог создал женщину, помощницу, Еву. И сколько бы проблем в мире не было, если бы женщины именно так относились к своей роли. И в церкви, и в жизни. Есть же такая горькая шутка, что если католицизм погибнет от папизма, то православие от бабизма. Да? Соответственно, вот этот момент, если даже женщина проповедует, если даже она... катехизатор, если она, как я много лет работала, православный церковный гид по Святой Земле, да, все равно вот это ощущение, что ты служишь церкви, что ты все-таки занимаешь всегда второе место, да, после священников, епископов, после вообще своего мужа, да, любимого, чувствовать от этого радость и готовность всегда слушать совет, готовность всегда действовать через смирение и молитву, больше, чем через махание кулаками и какие-то открытые, там, не знаю, меры. Партизанское движение. Партизанское там движение или какие-то, ну да, как активисты. Комсомол. Да, вот этот момент. Женщина должна знать свое место. Вот как бы это ни было обидно нам иногда слышать,
Но в этом вся красота, потому что тогда раскрывается духовная сущность женщины, и тут она действительно духовно равна абсолютно с мужчинами, ни в чем тут нет между ними различия. Ну что, мои дорогие, я сегодня и говорила больше, и сижу выше. Я сижу на ручке кресла, поэтому я выше. И еще ближе к телефону, к камеру. Мы иначе не помещались никак вместе. Мы из дома сегодня вас приветствовали. Ну вот, я думаю, что все, что мы хотели, мы рассказали. Мы надеемся, что кому-то это придется по душе, будет для утешения, укрепления. И мы еще раз поздравляем всех, не только женщин-христианок, с наступающим воскресеньем святых жен Мироносиц. И Никодима Иосифа. И также святых учеников Христовых Никодима Иосифа. И надеемся на более регулярные встречи. Нет, мы правда надеемся, и мы будем стараться. Постараемся, да. До свидания.